Всем привет! Это Губиня Шоу, и это наконец свершилось. Мы знаем финалистов Лиги Чемпионов. Да, действительно. Очередной сезон подходит к концу, и кто-то его закончит с трофеями, а кто-то Арсенал. Ну погоди, про Арсенал можно снимать отдельное шоу. Давай сначала с полуфиналами разберемся. Разберемся обязательно. Но перед этим мы хотим сказать спасибо вам в очередной раз за тот актив, который вы устроили, потому что на прошлом видео мы собрали 10 тысяч лайков за 2 дня. Ребят, мы видим, что новый формат вам очень заходит, поэтому, чтобы вышла четвертая часть Губиня Шоу, самое главное, с обзором на финальный матч, мы предлагаем вам маленький интерактив. До финала вы должны собрать в нашем телеграме 10 тысяч подписчиков. Если это получается, то выходит новая часть, главная часть Губиня Шоу, и помимо этого мы разыграем 2 оригинальные футболочки команд финалисток. Ссылочка на телеграм будет и здесь, поэтому обязательно подписывайтесь. Ну и можно начинать? Я шоу придумал для Арсенала. Просто представь. Good evening на телеканале Двойка. Good evening. Good evening. С бубновым и кариокой. Вообще топ. Не тормоз, стоп-кран, понимаешь? Мы, пожалуй, начнем. Сегодня в Губине Шоу! Интер Милан. Чем теперь будет заниматься Пиоли? Крестный отец Гвардиолы. Кто заставил Пепа купить Месси? Сити Реал. Почему случилось фиаско Мадрида? Слушай, увидел, у тебя шея слезла, ты что, дайте швабру, блядь, он обоссался. Ну что, самое сладкое предлагаю оставить на десерт и начать с той пары, где интриги совсем не получилось. Даже несмотря на провал в первом матче, где-то в глубине души мы все равно верили в Милан, тем более, что Рафа Леао вышел в старте. Честно говоря, у меня сложилось впечатление, что кто-то очень хотел, чтобы Леао вышел именно с первых минут. Но, к сожалению, после травмы у него ничего не получилось. Неудивительно, ведь этот кто-то хотел устроить Интеру настоящую агонию и совершить великий камбэк, но у него получилось организовать лишь тихий час. Ребята, для нас... Для нас этот матч... Куда он постоянно смотрит? Очень! А ну пошел вон! Я не спал всю неделю, но все-таки придумал план на игру! Как и в прошлый раз? Я вас сейчас на месте положу! Тактика очень простая! Играем на Лео Месси, он все решит! Ну, повелитель, у меня травма, я еле хожу! Отговорки! Однажды я играл с копьем в ноге в битве при Манчестере с бельгийским захватчиком! Оставлю все силы ради вас! Я буду пристально смотреть за каждым из вас! И не дай бог, я не увижу победу! Ну что, ты готов отбиваться весь матч? Да, носатый по-любому наблюдает за каждым их шагом! Вперед! Яу! Яу! Тихо! Что такое? Прессингуем! Давай вперед, а там... Мягче, мягче, разбудишь же! Да! Фу, принесло! Ну, нападение! Кто напал? Я где? Златан! Как прошла битва? Мы отступили! С меня хватит! Теперь ты разжалован до чистильщика Бутс! Ну кто же станет новым тренером? Со следующего сезона официально беру командование на себя! Наконец-то я могу выйти из тени и закончить скатательно-поперечно задом футболом! Я покажу всем и каждому, как нужно биться за свой клуб! Я создам непобедимый легион! И в следующем сезоне мы отправимся в то место, куда я ходил неоднократно! Крестовый поход! Эй, Семёна! О, наконец-то вы меня заметили! Правда, я Симоны! Вы, наверное, хотели спросить, по какой тактике я играл и как я вышел... Да вообще плевать! Ты видел Лео Месси? Да пошли вы! Я восстанавливал заднюю всю неделю в самой лучшей клинике! Со мной в палате лежал какой-то грозный мужик с такой же проблемой и твердил, что я никогда не буду один! Я поверил в это, но на поле меня все бросили, даже мой полководец уснул на рабочем месте! Увы, сегодня я не был Лео Месси. Я был одноногим Абеларда. Ну, а теперь перейдем к спектаклю на Этихаде. Коллега, ты как всегда спешишь, ведь настоящий спектакль развернулся еще за день до матча Сити-Реал. И его устроил Пеп?
В этот раз это был театр двух актеров. Так, заканчиваю тренировку. Завтра будем натягивать голубые береты. Кто здесь? Это я, Пеп. Чего надо? Карло, ты же понимаешь, завтра скрытый финал, а мне этот кубок позарез нужен. И что ты предлагаешь? Мы же завтра договорничок скатаем. Чего? А я тебе холода через 3 года в 2 раза дешевле продам. Пошел вон отсюда! Карло, ты уже 4 раза брал ЛЧ, тебя все любят, уважают, а надо мной 10 лет смеются, ну чего тебе стоит? На колени! Что, прости? Я сказал, на колени! Но я... В Барселоне тебе не нужны были друзья вроде меня. А теперь ты приходишь ко мне и говоришь: Карл, я хочу этот кубок. Но ты просишь без уважения. Ты даже не назвал меня крестным отцом. Простите, крестный отец! Так уж и быть, я сделаю то, что ты хочешь, но при 2 условиях. Просите все, что угодно! Первое, прямо сейчас ты покупаешь месть. Нет! Он же мне всю команду развалит! Вы вообще видели, что в Париже натворил? У тебя 3 минуты! Время пошло! Алло! Лео! О, какие люди! Ты что, сборную Аргентины решил возглавить? Лео! Я хотел бы пригласить тебя в Ман-Сити! Все-таки вспомнил, как я твою лысую задницу по молодости тащил? Именно так! Ты согласен? Но вообще-то мне вчера Лапорта звонил. Домой звал обратно. Ты можешь не возвращаться в защиту и ходить пешком все 90 минут. Собирай чемоданы, завтра буду. Я сделал, как вы просили. Молодец, но есть еще 2 условие. Я готов. Отрасти себе волосы, лысый болван! Что? Что слышал? Да никогда! Хрен тебе сливочный, а не Лига чемпионов! Аривидерчи! Я не понимаю, на что он вообще надеялся? Меня в Испании его мелкий шнурок изуродовал, а я ему еще ЛЧ должен давать! Честно говоря, думал, что он еще на месте сломается. Но похоже, что яичко забыло все свои принципы и было готово абсолютно на все. Я все докажу в игре. Новый вызов и возможность развалить еще одну команду всегда приветствуется. Кто у них там по 10 номерам? Грилиш, Милиш, вообще без разницы. Подтяни гидришки, сынок. Я иду за тобой. Если бы тебе неделю назад сказали, что Сити буквально вынесет Реал в 1 калитку в ответной игре, ты бы в это поверил? Честно говоря, нет. Даже несмотря на то, что этот Сити, наверное, сильнее той великой Барселоны Гвардиолы. Вот и мне тоже не верится, что все получилось так легко. Еще это странное решение Анчелотти оставить Рюдигера в запасе. Может быть, папа Карло просто сдавал матч? Ну, погоди, такое можно было представить, если бы Пеп все-таки исполнил вот это 2 условие Анчелотти. А ты уверен, что он его не исполнил? Пап, смотри, какая малышка стоит! Где? Да, ничего такая! Сестра Холланда, что ли? А ты вообще чего отвлекаешься? Да мы этот Сити с закрытыми глазами укатаем! Тоже верно! Пойду тогда познакомлюсь! Батька-то еще может! Мадемуазель! Живопель Карло! Старый, не узнал, что ли? Пеп? А ты что думал, я твои условия не выполню? Карло, неужели отказала? Малышка оказалась сюрпризом. Папа, какой состав? Все то же самое, только телохранитель Шпалы в запасе. Чего? Как? Почему? Анчелотти Джуниор, сегодня я у руля. Долг есть долг. Де Бруйне. Бернардо Силва. Is this the moment? Yes, it is. Что делать? Охраняем результат! Рюдигер, выходи! Объект начал движение. Как слышно? Прием! Такое ощущение, что мы сливаем! It's gone in! I think it's an own goal! Mahrez, Foden, Alvarez! Get your passport! Ну что, ты доволен? Я свое слово сдержал! Да пошел ты! Я бы тебя и без этого изуродовал! Я отбил все удары этого циркуля, но мои зефирки решили, что мне слишком легко, и начали колотить по своим. Мне кажется, что кто-то сдавал игру, и я хочу посмотреть этому человеку прямо в глаза.
Очень долгие годы у меня было одно слабое место. Мне кажется, что все эти поражения были именно из-за него. Надо мной смеялись, меня оскорбляли, унижали. Но теперь все изменилось навсегда. Я отдал за это 60 миллионов и не пожалел. Холод, топ нападающий. Вы видели, что после каждого гола Пеп поворачивается к трибуне, радуется и воздушными поцелуями кого-то благодарит? Это он говорит спасибо моему отцу, ибо без него не было бы меня, а значит и не было бы трофеев Пепа в Манчестер-Сити. Ну а теперь мы традиционно переходим к нашим номинациям по итогам матча. И первая номинация с ударом, в которой побеждает Бернардо Сильва. Честно говоря, особое внимание здесь хочется обратить даже не на удар Бернарду, а на пас Де Брюйне. Как ты там в таких случаях говоришь? Конфетулечка! Де Брюйне! Бернардо Сильва! Is this the moment? Yes, it is! Бернардо Сильва! At last game! Пока Пепе длинный чулок красуется на подиуме, я вытащил команду в финал. Да еще и такой голешник положил. Следующая на очереди – Черная Пантера из Интера. Ну и кабачком тура в этот раз становится барабанная дробь – Ромелу Лукаку. Что примечательно, в начале сезона этого столбушка выкинули из Челси, а сейчас он будет играть в финале Лиги Чемпионов. Причем Лукаку находится в отличной форме, выходит на замену, забивает, отдает. Вот и в матче с Миланом вырезал голевую на Лаутару. Ромелу Лукаку – самый праймовый кабачок в мире. Весь год эти лондонские дилетанты пытались попасть в ЛЧ. Кого они только не нанимали, волшебников, диспетчеров и все мимо. Но они еще не знают, что совсем скоро ЛЧ приедет к ним сама. Я поставлю кубок прямо на базе, сяду на него и буду есть макдак столько, сколько захочу. А рядом со мной будет сидеть мой друг Пьер Эмерик, потому что в отличие от всех этих неудачников, у него тоже есть трофей. В номинации «Тактическое отступление» побеждает старина Карло, который сдержал слово, данное Пепу, и слил матч на Этихаде. А как же великий тандем Златан Пиоли? Там же вообще катастрофа была. Могу объяснить. Про данный тандем фильм снимали? Нет. А про папу Карло снимали. Причем три части. Сегодня наша семья потерпела поражение. Стоило мне один раз выйти без телохранителя, как четыре пули прилетели прямо в меня. Но в этом виноват я сам, ведь долги нужно оплачивать. Ну что, Сити или Интер? Ты сейчас серьезно это спрашиваешь? Для меня результат очевиден. Но ты же болельщик Манчестер Юнайтед, у тебя по-любому есть капля веры в Интер. Отвечу так. Надеюсь, что финал будет очень интересный, потому что Интер по своему стилю мне напоминает сборную Аргентины образца чемпионата мира. Такая же хорошо организованная команда, они умеют подстраиваться под соперника, и самое главное, что у них сумасшедший характер. Ну, только Месси не хватает. Слава богу, для них это даже к лучшему. Ну, тогда давай свой прогнозик на финал. 0-0, по пенальти побеждает Интер. Эрлинг Холланд не забивает решающий пенальти. Свой можешь даже не говорить. Я все-таки скажу. У меня все просто. 3-0 в пользу Сити. Здесь даже парик надевать не надо. Ребят, вы тоже пишите в комментарии результат финального матча. Если вдруг найдется ясновидящий, который угадает счет и авторов забитых голов, то мы вышлем ему какой-нибудь оригинальный подарок. И, конечно же, обязательно участвуйте в конкурсе от наших друзей из BetBoom. Даже если вы не верите в свою команду, то просто зарегистрируйтесь по ссылочке в закрепленном комментарии. Таким образом вы поддержите наш канал. Ну а сейчас настало время прощаться. Если вам понравился этот выпуск, то обязательно поставьте лайк и поделитесь им с друзьями. А мы тем временем пошли готовиться к финалу Лиги Чемпионов сезона 22-23. Ман-Сити, Интер! Всем пока!